Всем привет, меня зовут Костя Павлов, и это мой фитнес-блог, фитнес с Костянычем. И сегодня, как я уже давно обещал, я хочу вам рассказать об ЭЦА, но не совсем прям о нем, об ЭЦА, а именно о том, как я его принимаю вот, наверное, последние месяца два. Да, вы скажете, что это не такой уж большой срок, но я все-таки расскажу именно о своем опыте. Итак, ЭЦА, в общем-то, он состоит из трех аминокислот, из трех незаменимых аминокислот, а именно лицин, изолицин и валин. Из этих аминокислот на 30% состоят наши мышцы. То есть вы понимаете, насколько ЭЦА важно нам, насколько ЭЦА важно тем людям, которые занимаются, которые тягают всякие штанги и тяжести. Я не могу сказать, что я прям занимаюсь настолько сильно и упорно, да, и тягаю прям такие действительно здоровые гантели и штанги, нет. Но, тем не менее, я все-таки решил попробовать ЭЦА на себе. И почему я не попробовал, например, его сразу? Потому что я очень много видео смотрел, очень много статей прочитал о том, что не рекомендуют людям, которые только начали заниматься, уже употреблять ЭЦА. То есть где-то через полгода примерно уже можно начинать. Я послушал этого совета, и вот сейчас уже прошло, наверное, месяцев 8, как я занимаюсь, да, как я тренируюсь, и я все-таки решил, что да, действительно, теперь можно попробовать ЭЦА. Как же я его принимаю? Ну, в первую очередь я принимаю ЭЦА утром. Вот сразу, как только проснулся, сразу иду себе, делаю коктейльчик из ЭЦА и его выпиваю. Как бы, я думаю, знаете, зачем это делать, потому что утром это такой самый-самый-самый мощный-мощный подъем кортизола. Вот. А кортизол, как вы знаете, разрушает мышцы. То есть, если быстренько утром выпить ЭЦА, то разрушение мышц будет по минимуму. Также я принимаю ЭЦА во время тренировок. То есть, вот прямо вот, вместо того, чтобы пить воду, я делаю воду с ЭЦА и пью. Это повышает мои некие даже силовые показатели. И, честно говоря, чувствуется, что меньше устаешь во время тренировки, а это, сами понимаете, очень даже хорошо. И иногда ЭЦА я выпиваю на ночь. В общем-то, все, больше я пока что ЭЦА ни в каких других видах не употребляю, только вот в таком вот порошочке. Я много, опять же, слышал и читал о том, что он горький, но вот именно вот этот вот порошочек оказался не горький, а даже таком, с таким лимонно-каким-то цитрусовым привкусом, и, в общем-то, он мне пока что нравится. Если я почувствую какие-то изменения положительные или отрицательные по ходу дела того, как я принимаю ЭЦА, я тоже об этом сниму видео и обязательно вам расскажу. С вами был Костя Павлов, это мой фитнес-блог. Все ссылки в описании, Инстаграм, ВКонтакте, все, что вы хотите знать. Все, всем пока, до следующей недели.